Всем здравствуйте! Паулина Андреева и Федор Бондарчук несколько месяцев назад стали родителями. На свет появился их первый общий ребенок, сын Иван. Актриса сообщала, что не собирается долго засиживаться в декретном отпуске, и свое слово сдержала, она уже вернулась к работе и часто выходит в свет. Поклонников насторожила лишь одна деталь, Паулина сняла обручальное кольцо и постоянно будто бы грустит. Недавно Андреева появилась в офисе одной из киностудий, где повстречалась с рэпером Скриптонитом, который написал саундтрек к первому сезону сериала «Псих». Над сценарием картины работала именно Паулина Андреева. Вероятно, разговор актрисы и музыканта касался продолжения работы над общим проектом, режиссером которого является Федор Бондарчук. Фото с печальной Паулиной, сидящей за столом, разместил в Инстаграме ее друг, продюсер Алексей Киселев. Кольца на безымянном пальце актрисы действительно нет. Свою личную жизнь Бондарчук и Андреева никогда не выносят на публику, поэтому и слухи о расставании никак не комментировали. Стоит отметить, что еще в самом начале романа между актрисой и режиссером доктор психологических наук, автор книги «Тайна имени для влюбленных» Борис Хибир предсказал, что этот брак будет недолгим. Согласилась с ним и астролог Дарья Матыль. Паулина по китайскому календарю дракон, Федор – овца. Эти знаки сходятся с большим трудом. Бондарчук не смог вытерпеть экс-супругу-обезьяну, но тягаться с драконом ему совсем не с руки. «Брак продлится не более 80 лет», — заявил Хибир. Не обошла стороной новость о разводе звездной пары и популярный блогер Лена Миро. Она считает, что даже если Бондарчук и Андреева разведутся, ни для кого этот факт не станет трагедией и концом карьеры. Однако даже если предположить, что Паулина разведется с Федором, так что ж с того, это не станет для нее проблемой. Она – востребованная актриса. Сценарист. Режиссер. Хорошо поет. Еще молода. Уже успешна. Все связи мужа давно стали и ее связями тоже, заключила Миро. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.